400 метров, более сотни ям и колдобин. Так выглядела главная автомобильная дорога Видного от поликлиники до пожарной части. Сейчас ситуация начала меняться. Ремонт асфальтового полотна идет полным ходом, как и обещали местные власти еще летом. О причинах задержки ремонтных работ, о том, что будет сделано, о сроках выполнения узнавала наш корреспондент Татьяна Акимова. В среду утром начался ремонт основной городской магистрали проспекта Ленинского комсомола. Видновчане с нетерпением ждали, когда же начнутся обещанные еще в третьем квартале работы по замене дорожного полотна. В плохом было состояние дорога. Ремонт нужен. Вообще дороги отвратительные, особенно по ПЛК. Вот. По ПЛК вообще надо все делать, вообще все срезать и все новое ложить. Вот. Здесь дорога очень плохая именно на этом участке. Как бы я только за, что дороги будут лучше, потому что как бы я часто езжу по работе, водитель такси. Поэтому я очень рад, что они взялись наконец-то делать дороги. Ремонт дорог у нас начинается с приходом сезона дождей. Шутки на эту тему уже набили оскомину, но в данном случае причины объективны, так как результаты аукциона на проведение работ долго рассматривались антимонопольной службой. Ряд участников обратились именно в эту компанию для того, чтобы удостовериться, что они были отклонены, либо победили, или проиграли, законно или незаконно. Поэтому сегодня вот так поздно начинаем. Стартовали поздно, но времени ремонт дороги займет не очень много, не более 2 недель. Компания «Стройпроект», которая взялась за замену полотна, известна местным властям. Я очень рад, что именно эта компания выиграла. Почему? Как вы помните, в прошлом году эта компания нам восстановила тоннель под Павелецкой железной дорогой. Поэтому я надеюсь, качество работ будет на высоком уровне, соответствовать полностью техническому заданию. Более 400 метров – такова протяженность отрезка дороги, подлежащего ремонту. Первым делом – фрезеровка асфальтобетонного покрытия. Снимается верхний слой дорожного полотна 5-6 сантиметров для того, чтобы выровнять поверхность. Затем заливка гудроном и только потом укладка нового асфальта. Техзадания включают замену 200 метров бортового камня и 36 люков, в том числе ливневых стоков, с установкой опорных плит. Ремонтом предусмотрено и обустройство плавных спусков для маломобильных групп граждан на всех пешеходных переходах и нанесение разметки на дорогу. А затем и тротуар по отчетной стороне ПЛК приведут в соответствии с нормами. Аукцион уже разыгран. Так что скоро комфортно себя будут чувствовать все и водители, и пешеходы. А пока придется мириться с заторами. Мне кажется, уже никого не пугает пробки. Мы уже привыкли. Татьяна Акимова и я, дама Елена Кошелева, Видное ТВ.